Всем привет, с вами Максим Адзе, и сегодня у нас очередная подборка копий Майнкрафта. Ну что ж, и в комментариях под одним из видео мне посоветовали игру Crafting and Building. Я принял это во внимание и решил скачать. Давайте приступим. Что ж, если смотреть, то здесь 1 миллион скачиваний. На скриншотах неплохие, может быть, даже немного миленькие текстуры. Описание я не могу открыть, но я помню, что я вот открывал в интернете через этот, через Edge браузер открывал. И там описание можно было открыть, и там описание, конечно же, как из жопы коровы просто достали. С ошибками. И конечно, использовали там гугловский перевод. Итак. Что там было написано? Крафт и строительство – это игра на выживание, где вы пытаетесь выжить в открытом мире из кубиков. Убейте монстров с умыслом. Мечи и доспехи минных ресурсов в мире вокруг вас. Похоже на то, что этот текст писал какой-то умственно отсталый чувак. А здесь написано только, что крафт и строительство – marcel.com. Здесь есть отзывы, которые накрученные. Снова здесь оценков 4,3. Спорно, конечно, но давайте откроем игру. Открываем. И... ну, куда еще без рекламы BlueStacks? Ну ладно, это реклама BlueStacks всего лишь. Это не сама игра. Так, все, убираем рекламу. Но нажал я! Что-то пошло не так. Открылась непонятная страничка с поломанными картинками. Но я понял главное то, что это была реклама. И никаких кнопок закрыть этой назойливости просто. А перезайдя в игру, меня кидала пиши на эту страничку, вы прикиньте. Короче, города просто супер класс. Кто не верит, тому в глаз. Ха-ха-ха. Не пишите таких комментариев, пожалуйста. 200 кличко из 1000 кентавров. Ладно, переходим к следующей игре. На очереди у нас игра Aztec Craft, строительство города, игры в крафтинг. Название игры тоже из жопы кентавра достали. С ошибками. К слову, игра устанавливалась просто безумно долго. Целых 10 минут игра скачалась. Ну что ж, скачивание довольно приличное. Более 100 тысяч. Скриншоты красивые достаточно, так себе. Но интерфейс похож на интерфейс из говноигры Underwater Tales Bikini Bottom Craft, которая в прошлом выпуске по худшим копиям Майнкрафта был. Что у нас здесь по отзывам? Положительных отзывов много. Очень спорно. Ну ладно, давайте зайдем в игру. А, кстати, мы же забыли... Стоп, мы забыли прочитать описание. Что у нас здесь в описании? Строй, исследуй в лучшей игре-симуляторе. Вперед создавать в мире ацтеков. Придумай город и создай собственные ацтекские храмы. Изучение ритуалов и племенных танцев в древнем блочном мире. Господи, я читаю, как будто супер отсталый текст. Игры для построения городов в блочном мире, сделанные из кубов, которые вы можете использовать для создания ремесленных храмов и хижин, единственный предел вашего воображения. Реально, какой-то умственно отсталый чувак, походу, писал такое описание. Ну что ж, давайте зайдем в игру. Что же мы видим? Aztec Craft. Итак. Сначала у нас идет долгая прогрузка. Игра долго качалась, сейчас еще будет прогружаться долго. Это просто полнейший пипец. А если нажать? Нет, нифига. А это рик.
При первом запуске нас встречает видеореклама на 30 секунд без возможности пропуска. И это... А реклама даже показывают не в самом лучшем качестве. Да нет, вы только посмотрите. Что очень тупое. Сейчас посмотрим. Нет, тут реально нигде нету кнопки пропустить рекламу. И она еще открывается автоматически. Ну вот прям великолепно. Переносит нас опять. Удалить рекламу, играть другие игры. Ац. Сверху у нас небольшая контекстная реклама. Да не, какой небольшая, большая. Нажимаем на кнопочку «Играть», и что же у нас происходит? Только лучшие клипы 18+, реклама. Грёбаный ТикТок, блин. В самом-то деле, если вам понравится эта игра, то играйте в нее вы с выключенным интернетом. Потому что если вы будете играть со включенным интернетом, то это просто ужас. Реклама на рекламе. Не люблю, когда много рекламы. Да, точно. Игра сделана на базе игры Underwater Tales. И как выйти отсюда? А, мне персонажа предлагают что ли выбрать? Ты в жопу выйдите со своими этими. Клай. Это типа подарок, что ли? Опанце. Неплохой городок, я хочу сказать. Интерфейс довольно, кстати, приличного качества. Ой, можно клавишами управлять. Что здесь? О, господи, бесит эта реклама, просто пипец. Они от меня уходят, когда я нажимаю на сердце. Ай-яй-яй-яй. И отплевать. Вы хотите встречаться с этим парнем? Да я чё, гей, что ли? Вы чё, совсем охренели? Я не гей. Ну ладно, давайте. О, я могу пообщаться. Hi here. Hey. Как, блин, ну я не очень сильно понимаю английский. Бэч. Ва. Та. Фак. Не знаю, не заманит ли это видео YouTube. А, иди в задницу ты. Ну, можно, ну, также ставятся блоки. Давайте попробуем. Есть также режим полета. А если мы нажмем на кнопочку меню, то тебе сначала предложат поставить оценку игре. А потом мы попадаем в меню, и мы видим, что так же, как и в той игре, большинство блоков заблокированы. И их нужно открывать, смотря рекламу. Если вы хотите, можно также сменить скин, но выбор маленький. Либо парень, с которым мы только что встречались, либо какая-то девушка с непонятным обожжением лица. Ну а если тебе хочется еще скинов, смотри рекламу. Но если присмотреться, то скины просто отстой. Настроечки. Удалить рекламу. Смотрите 8 реклам, чтобы избавиться от рекламы. А, даже не мечтайте. А если я нажму выйти? О, кнопка. Эта кнопка не работает. Нажимаем опять на кнопку меню. И... Опять нам показывают видеорекламу без возможности пропуска.
собственно, что самое тупое, так это то, что рекламу нам показывают без хорошего качества. Разработчик даже не удосужился найти красивую, качественную рекламу. И она опять нас перекидывает на страницу продукта. Как можно выйти отсюда? Дайте выйти отсюда. Как отсюда выбраться? Сюда никак нельзя выйти. Что-то я нигде не вижу кнопки закрыть эту игру вообще. Да, реклама это полнейший пипец. А, господи, просто пипец, полнейший. Игра просто отстой. Переходим к следующей. Следующая игра это Skullgirls Craft. Итак, что же у нас здесь написано? 1 миллион скачиваний, довольно красивые скриншоты с красивыми зданиями. Что у нас тут написано по описанию? Тут у нас написано: назад в школу в кубическом мире. Учись, общайся, заводи новых друзей. Вы находитесь в небольшом уединенном городке, в котором была построена единственная в мире школа ремесла. В ней обучают созданию блоков и преподают основы строительства красивых домиков с уникальным интерьером. Исследуйте школу, познакомьтесь с одноклассниками и другими учениками. Загляните в готовые кабинеты и создайте свой учебный кабинет. Будь то кабинет флористики, архитектуры, садоводства и так далее. Путешествие по игровому миру крутой генерации биомов, создавая ресурсы. Исследовать пещеры и шахты, создавая оружие, броню и новые блоки. О, господи. Описание, конечно, внушает доверие. Отзывы, конечно, спорные, но давайте заглянем в игру. Запускаем игрушку. После этого идет прогрузка. Да, загрузка, конечно, не радует такая. Игра раскачалась довольно быстро, это уже радует. Ну уже быстрее, давай! Пипец. Skullgirls Craft. Ну, конечно, глаза режет. Ну, давайте классик возьмем. Нажимаем на классик. Опять прогрузка. Да вы шутите, что ли, блин? Ну, блин, ну не тормози, ну грузись же быстрее. Быстрее, быстрее. О, господи, ненавижу, когда так происходит. Ну что ж, школа красивая достаточно на картинке-то. Шрифт в девчачьем стиле. Не, ну не серьезно, но куда такую прогрузку делать долгую? Зачем? Ну вы что, совсем что ли охренели? Вот не надо. Быстрее. Быстрее. К слову, загрузки здесь просто безумно длинные. Да вы чё, серьезно что ли? Я только-только зашел в игру, и уже реклама. Благо, с возможностью пропуска. Ну, собственно, а вы уверены, что это похоже на город со школы? Что-то я не уверен. Никакой школы, никакого города. Ничего здесь нет. Это просто поле. Вы опять меня надули, что ли? Да вы что, совсем что ли охренели? Ну ладно. К тому же она еще и лагучая такая. Инвентаря нет в игре. А, нет, вот инвентарь. Но его никак закрыть нельзя. Ладно, давайте попробуем запустить тогда креатив, тогда режим стори. Ну куда еще без прогрузки?
Давай, грузись. Может быть, здесь школа будет уже или что-то еще. Что-то более-менее нормальное. Давай, грузись. Это полнейший просто пипец. Господи, вот сколько можно, а? Она еще и виснет. Загрузка проклятая. Как раздражает, вот просто... Просто прожигает мой пукан. Ну, а куда еще без рекламы? Во, вот это другой разговор уже. Вот здесь уже город и школа есть какая-то. Давайте зайдем в нее, посмотрим. Но дальность прорисовки очень низкая. Ой, господи, ну почему она лагучая такая? И как дверь открыть? Как открыть дверь? О, господи, ну как лагучая, просто пипец полнейший какой-то. Как игра лагает. Просто глючит. И что это за школа, в которой пустотища? В этой школе нет никого. Ладно, давайте пойдем на улицу, посмотрим, что на улице. На улице тоже нет никого. А вон, смотрите, кто стоит. Здорово! Хороших выходных, эй, я с тобой даже не познакомился, блин. Ну иди нахрен. Плохие, кстати говоря, может даже миленькие текстуры. Открывайся, дверь ты проклятая. Неплохая дверь. О, сортир. Он даже, кстати говоря, неплохо смотрится. Довольно реалистично, прикольно. Добрый день! Что вы здесь делаете? Вы что, хотите учиться? А что же нас ждет в креативном режиме, интересно? Да ну, опять прогулка. Креативный режим, и сейчас опять будет долгая прогрузка. Ну что-то я встретил только одного чувачка, и тот со мной даже не познакомился. Что это за отсталые люди такие? Ну вот, ну не грузись ты так долго, ну блин, ну. 7 минут уже пошло. Пока мы смотрим на эту гребаную игрушку. Хорошего качества. Да вашу ж мать, что здесь вообще происходит? Я провалил момент, все вам нельзя пропустить. Благо она не приходит автоматически на рекламируемый продукт. Что же у нас здесь? Что-то не очень-то много предметов-то. Все дальше не... Так себе выбор-то. Достаточно большой. Да, достаточно красивый, кстати говоря. Ну блин, но проблема в том, что в игре есть реклама, которую никак нельзя отключить. И, блин. Давайте сделаем так. Хоп. Господи, вот не лагай ты, пожалуйста. Хоп. Все. Ибо игра полнейший отстой. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте. Ставьте лайки, я не настаиваю. У меня появилась идея сделать видео про лучшие копии Майнкрафта. Этим и займемся в другой раз. Пока. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Я не настаиваю. Всем пока. С вами был Максимация.